Тихо-тихо, слушай внимательно. Ай! Блин, я испугался. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, МакВейт, Секрет. Пацаны, поздоровайтесь. Привет. Привет. Всем привет. Ребятушки, очень крутая рубрика на моем канале, самая любимая и самая просматриваемая — аниматроники пугают охранника. Гусанёк сегодня будет очень злым аниматроником. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день, стараемся снимать что-то очень веселое и классное. Все, ты его через дверь убил. Это он сейчас рыгать будет. Эй, Рыгакин, давайте попробуем ему по спине с ноги дать. Бейте, бейте, бейте аниматроника, бейте его. Вот так, бейте, бейте. Все, отлично, обиделся. Он за мной бежит. О, ребята, я возьму сейчас портал, будем порталы использовать. Есть. Тихо-тихо, слушай внимательно. Ай! Блин, я испугался. А я еще так прислушался, думаю, где-то ж он ходит, этот застранец лунной походкой своей. Отлично. Отлично. Пацаны, он идет. Ой. Ой, а это не убивает. Все, нормально, пацаны. Он не убивает. Он прошел через мой портал. Так, удалили порталы на всякий случай, потому что может через них проходить. Ой. У нас, ребята, начинается вакханалия. Подождите, хочу. Отлично. Отлично, чекаем. Никого нету? Ну сейчас. Так, а здесь никого нету? Так, я вижу, ты там. Так, ты ж смотри, давай через порталы будем смотреть. Мы как раз можем смотреть, с какой стороны он идет. Это у нас как камера, ребята. Вы слышите эти звуки конченые? Ой! Аниматроник! Да блин! Убегай! Я не сдамся! А все, я успел убежать. Отлично. Вот он. Не-не-не-не-не-не-не, ты меня не догонишь. Да, не получится. А, блин, между столами жопа жирная не воротит. Так. А, я не достаю. Ай, блин. Ну, блин, это было жестко. На самом деле, было даже больно немножко. Это что, вороны типа? Обманул, значит прожил. Ой-ой-ой, закрывай! А, он нас не убьет. Да? Ладно, убьет. Надо было через портал убежать. Он своим пузом придавил меня и не смог уйти никак. Вот хитрый какой, а попался. Такая тишина сразу стала, никого нету. Где это челепиздрик? Он там справа коридора идет. Я вижу, ползет. Я успел! А что ты свои тут клешни суешь? Бейте его, бейте по пальцам, бейте. Чтоб он должен уйти. Так, я немножко жизни потратил у своего охранника. Дим, цабуты, давай, ой, этого... Цабуты. Он ушел. Ванесса идет. А где? Все спокойно, все четенько, ребята, тащим потихонечку. А он может, он же невидим не может, да, вставать? О, глич-трап идет. Глич-трап? Да, давайте посмотрим. Вот он. А, я вижу его. О, Фокси ожил. Где? Ой, сейчас я сделаю путь отхода. А попробуй его затроллить, под ним портал поставить. А вот я его вижу. Успею еще, мы еще поиздеваемся над ними. Ой, ой, я удалил портал, он застрял жирной жопой своей. Где? Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Ой, он страшно уже стал. Блин! А чё я в портал не смог зайти? Это очень странно как-то. Блин, я так испугался. Так, давайте еще раз поставим здесь портал. И где еще мы портал поставим? Здесь. И все, теперь мы можем красиво уходить, убегать от него. Главное, чтобы он за нами в этот портал. А я сразу удалю его. Идет, шагает. А где он? Я его не вижу. В коридоре вот. Вижу этого челепиздрика. А, так вот же аниматроник. Я его заглючил. А, не. А, смотрите.
Бесконечные туннели падения. И что он сделал? Он не может теперь выйти. Видите, как я его забагал красиво? Ой. Ладно. Ладно. Ну, мы подались ему. Вот это он злой нам попался здесь. Этот аниматроник вонючий. Где он? Ой, так. Солнышко. Луна. Ой. Быстрее ставь портал. Ой. Обманули его. Красиво, ребятушки. Вот это было очень четко. Закрывай. Закрывай. Пустите меня. Закрывай, заходи. Бомбой. Давай. Ой! А он нас не убьет, а он не сможет нас убить. Бей его, бей под Ихалу с ноги. Давай, 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 бейте, бейте, вы выгоняете. Ой. Я думал, двери убьет. А тут двери можно убить на этой карте? Я уже забыл. Нет, это какая. Это какие-то другие двери. Побежала, побежала. Ой. Тихо, 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 дай пройду, дай пройду. Компьютер взорвалось. Ого, аж лампочка телепается. Что там происходит такое жесткое? Я внимательно смотрю его. Выглядываю со всей силы. Я думаю, что я смогу убежать. А за кого аниматроник он сейчас играет? Кошмарный балун. Я его обманул. Ай, блин. Ладно, не получилось. Но так хотелось его обмануть. Пацаны, я знаю, какое оружие надо взять. Сейчас, ребятушки, мы его будем наказывать очень сильно. Где это челепиздрик? Я очень сильно разозлился. Ого! Бочку кто-то поставил. Блин, на всю карту разговаривает. Непонятно, откуда он разговаривает. Смотри, Дима, я его нашел. Вот он, вот он, вот он. Все, пацаны, я его пригвоздил. Отлично, теперь можно его мочить. Вот он, вот он, вот он. Только не подходите. Нет, ну ладно. Я тебя пригвоздил? Да. Я застану. Мочите его хоть чем-нибудь. Давай сейчас праздную. Стреляй, Дима. Я знаю, ребята, чем мы его сейчас будем мочить. Отходите. Отлично, ребята, все, мы убили аниматроника, мы смогли это сделать. Хоть разочек, а то всю серию он осмочил. Давайте, вот он, отходите. Блин. Извините. Вот реально я его не боюсь. Я теперь готов мочить его со всей силы, потому что монетка это очень сильное оружие. Где он? Ну, щенок, выходи. Я тебя не боюсь, я буду тебя со всей силы сейчас наказывать. А, вот он валяется. Есть попадание. Есть. Я прям четко в него попадаю. Не убил. А почему не убил? Должен был замочить. Отлично. Он там? Беги, беги. А! Ну, убью, убью. Нет, нет, не сможешь. Нет, 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 отлично, я вырвался, отлично. Есть! Наконец-то мы сегодня будем мочить аниматроников. Ну что, охранникам дали очень мощное оружие. Это монетка волшебная. Вот, я вижу его тень. Блин, но он взял аниматроника, у которого очень много жизни, я не смогу его убить. А не, смогу. Блин, монетка подсыревшая попалась. Да что ж с монетками не то? Монетка, пожалуйста. Ну, монета. Ой, извини, своего убью. Вот он. Нет, 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 нет. Тихо, 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 беги. Беги, 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 беги. Ай-яй-яй. Ай, больно, больно, больно. Вот это мы их сильно сегодня мочим. А давайте возьмем админский пистолет. Ну что, иди сюда. Вот теперь, ребята... Он ничего не сможет мне сделать. Теперь проверим скилл аниматроника. Сможет ли он меня убить, когда у меня админский пистолет? Вот он бежит, подконе бежит. И я его убил, видите, не смог. Что означает, охранники сегодня побеждают. Не может ничего нам сделать. А он начинает злиться, да? Ничего не может.
Да блин, а как так, я же попадал? Блин, ну слышь, ты меня даже как-то расстроил немножко. На тебе за это. Где он? Все, все. Теперь я его буду наказывать только. Видите? Не смог. Давай еще раз. Иди ко мне, я тебе конфетку дам. Он не может выйти, пацаны. А я заменил. Да ну не, аккуратно, не ходи, не ходи там. Ого! Вот видите, что там с лампочкой творится? Мне 1000 хп. Есть! Блин, да Маквейт, ну не подходи туда! А я только хочу выйти, а меня... А ты с другой стороны выходи. Ну что, ребята, значит мы победили. Видите, ничего не может сделать. Ой, ой, нет. Да откуда он взялся? Ты считерил? Я сзади тебя был. Ты ТП-хнулся, что ли? Нет, я успел пробежать. Да блин, да это же нереально. Вот он! Есть! Есть! Вот это мощно! Вот это сильно! Все, теперь он не сможет сюда зайти, я буду его сразу наказывать. Где он? А я не знаю, где он, но я знаю, где я. Теперь малейший его заход, и сразу его убью. Ждем, пока он зайдет ко мне сюда. Ой, он у меня. Инфу давай, где он? Так, есть! Ага, в туалете за мной. Не подходи, не подходи. Оно было сюда, Димка, хочу сказать. Есть! Есть! Его убил! Вот это мощь! Ребята, ну все, охранники выигрывают. Видите, что творится? Мы сегодня лучше играем всех. Отлично. Не, ну это беспредел. А где он? Есть! Я его убил. Ребята, ну все, давайте, сейчас я его еще раз убиваю, значит, охранники выиграли. Последняя стычка, охранники или аниматроники? Я бомбу заложил, если что, в здании. Давай, хорошо. Только не взрывай еще бомбу, подожди, я должен с ним по-пвпшиться. На самом таймеру взорвется. Все, ждем, ждем его. Я его должен наказать, по-любому. Потому что это тот ролик, где охранники должны затащить. Он там. Кабум. Ой-ой-ой. Он сзади нас, мне кажется. Я его убью сейчас, я его только что видел. Блин, ну я видел, он там вот был. Ну я... Вот он. Надо не бояться. Есть! Дима, есть, пацаны, мы победили. Убегай, там бомба, Дима. Мы победили, наконец-то. Да ну, Гусанёк, ну все уже, мы выиграли. Нет, я выиграл. Хорошо, давай последний раз. Согласен? Я удалил лампочки, чтобы было прям темно и тяжело тебе было. Ой, я отключу фонарик и включу ночной режим. Во, с ночным режимом тоже прикольно. И будем тихонечко идти его искать. Только, пацаны, не мешайте, внимательно. Мы сейчас начали бомбы взрывать. Я его видел, он там. Он где, там. Где, где? Ой, есть! Есть! А, о, нет, я не его! Я убил своего, убил. Блин! Он спрятался под землю, осторожно, Дим. Встань, он под землей? Тихо, тихо, тихо. Спасибо, что сказал! Все. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Где же взрыв?